Добрый день. Представляете, все по-серьезному. Здесь у нас по проекту 25-метровый бассейн, да, 6 дорожек. Дорожек и детский бассейн. Ну и стандартный набор. Это бассейн с непростой судьбой. Это уже третья попытка его построить, потому что две первые попытки были неудачны. В первом случае оказался очень плохой проект, и, к сожалению, подрядчик не смог его реализовывать. Во втором случае пришлось обращаться в правоохранительные органы, и было возбуждено уголовное дело, потому что подрядчик, к сожалению, растратил деньги, которые выделялись на бассейн. Но это все было в истории. А когда моя команда пришла в Ленинградскую область в 2012 году, мы поставили перед собой задачу, что мы должны все-таки в Ивангороде хотя бы с третьей попытки на бассейн достроить.